Доброе утро всем любителям броники. Я очень надеюсь, что у меня одновременно работает и карандаш, и наушники, и звук вообще пишется через наушники. Если будет плохой звук, скажите. Вот, у нас 6:45 утра, на улице темнотень, всю ночь валил густой снег, Пензу снова заносит снегом. Пойду сейчас крылечко почищу. Вот, точнее, сначала подключаю, потом почищу крылечко. Вот, и кто знает мои видео, как бы так сказать, в курсе, знает, что я продавал Бронику эскью свою, эскью, я ее успешно продал, хотя полностью успешно, наверное, было бы считать продать все. У меня еще на продаже остались три задника и макрокольцо. Все три в прекрасном состоянии, макрокольцо вообще в офигенном состоянии, кто хочет, соответственно, стучитесь. Вот, в ВК, в Фейсбуке или прям в комментариях. Вот, как говорится, оптом дешевле. Но сейчас я хотел сделать небольшой подарок всем любителям броники серии SQ. Это два приспособления для нее, которые я нарисовал, подогнал, так сказать. Но не успел ни напечатать, ни воспользоваться для себя. Это рукоятка взвода и переходник на шахту. Вот, переходник на шахту. Это вот такая вот игрушка. Ну-ка, карандашик включись. Не хочет карандаш включаться, но в принципе нам и не нужно. Вот, это вот такая вот игрушка. Она сейчас, конечно, ногами, понятное дело, да. Вот так она будет стоять на камере. Сверху у нее площадка для приклеивания любого типа видоискателя, который вы захотите. А снизу, соответственно, те детальки, которые позволяют ее закрепить, то есть родным способом на шахтодержателе, на посадочном месте для шахт. Вот, значит, в присоединенном комментарии или прямо в описании будет лежать ссылка на папку. В папке будут картинки и два STL файла для обоих моих этих. Вот, STL — это формат, который используется людьми, печатающими на принтерах, на 3D-шных. Вы можете скачать себе на флешку, отнести, загуглить в городе, где вас печатают на 3D принтере, куча частников печатает, то есть вы им скидываете, они вам печатают, встречаете, собираете там. Это стоит достаточно небольших денег, то есть рублей 300, может быть 500, я не знаю, что вас возьмут за каждую из таких штук. То есть с меня хотели 300 рублей взять, но что-то они там все продинамили. Вот. То есть у вас будет вариант, например, вот взять такую штучку, напечатать и, например, на бронику посадить, например, шахту от Киева 88-го, призму от Киева 88-го, потому что у 88-го Киева призма скошенная под 45, ей удобно фотографировать. То есть эти прямые брониковские призмы, к сожалению, неудобны. Вот, еще что-то на свой вкус, так сказать. Но все мы знаем, что цена на шахту броники 10 с лишним тысяч, это как бы дорого, хотя она и красивая. Вот, призмы подешевле, но там нету 45-миллиметровой, да. Вот, можно взять, поставить, если вы очень хотите. А второе изделие, которое как бы будет, это рукоятка взвода. То есть все, кто снимает на бронику, знают, что там такая откидная рукоятка кофемолки, мельницы. Вот, и в некоторых случаях она трындец как неудобная, потому что она мешает поставить камеру, она мешает, ее надо каждый раз куда-то доматывать, чтобы она не путалась в пальцах, скажем так, грубое выражение. Вот, это вот такая вот штучка, которая, собственно говоря, делает, то есть можно ту рукояточку снять, там вытягивается ось, вот, и, соответственно, можно вместо той рукояточки поставить вот такое колесико, как на старых брониках, как на салютах, как на киевах, как на хасельбадах. Он уже без откидывающейся рукояточки. Но, в принципе, не так уж это там и нужно. Потому что ход взвода у броники SQ очень легкий. И я, собственно говоря, чаще всего пальцем даже это делал. То есть снимал рукоятку, делал пальцем. Точно так же, как и с переходником. Ну, переходник-то у меня был. Добрый человек Артем, который, собственно говоря, владелец сайта броника.com, вот, он их делает, продает.
зачастую продают вместе с шахтами, можно зайти у него там на сайте магазинчик, рекомендую, как бы там зачастую многие вещи дешевле, чем на Авито, и уж частенько дешевле, чем на eBay. Вот. Человек, так сказать, гарантированно надежный, я у него собирал часть своей системы, брал у него как бы комплектами. Вот, все он это ремонтирует, пересылает и в том числе делает, например, переходник, если вам будет влом самому сделать. Ну, например, вот такой рукоятки у него нет. Артем, если ты это слушаешь или смотришь, Артем, господи, вот главное не обосраться в именах, я вечно. Артем, вот можешь взять как бы этот файл и, например, печатать ручечки, да, мне не жалко. Вот, может быть, кому-то действительно будет это интересно. Вот. Так сказать, модельку не жалко, я упражнялся. Вот. А поскольку у меня, повторюсь, нет 3D принтера, я не буду ими сам барыжить. Вот, соответственно, там второй файл. Точно так же можете отнести, посмотреть. Размеры, значит, этой штуки примерно 4 сантиметра. Карандашику, мне кажется, не хочется подключаться параллельно с наушниками. Ну-ка. Сейчас я синхронизирую. Да, я знаю. Закрыть. 40 сантиметров, ну, примерно 40 сантиметров, 40 миллиметров. Вот, то есть, если будет сбитие размеров, там многократность страдает при переходе с формата в формат, просто скажите, что он 4 сантиметра размером примерно, а переходник 6 сантиметров размером. Вот. Собственно говоря, на этом все. Файлы, точнее, ссылка на целиком на папку будет в описании к видео. Качайте, пользуйтесь, радуйтесь хорошим снимкам в Бронике. Это действительно прекрасный аппарат. Вот, в своем классе для своих задач и для множества других задач. Вот, всем спасибо. Все такое прочее. Так, сейчас я тут разберусь, как это выключается.